Да блин, да нет! Всем здорово! Сегодня поиграем в лабиринт злой монахини, друзья. Посмотрим, выберемся мы из него или нет. Игрушка вышла прям на днях. Играю первый этаж у меня. Я начну с самого первого этажа. Сначала я чисто настроил управление для эмулятора и погнали. Так, здесь злая монахиня. Вот тут баги какие-то постоянно. Не знаю, у тебя такое есть или нету. На эмуляторе есть. Вот, вход на первый этаж. Смысл собрать как больше монет, чтобы купить улучшение, и свалить, чтобы монахиня нас не пристукнула. Открыть, соответственно, дверь. И пройти лабиринт. Так, первое, сначала все просто. Все просто, ходим, смотри. Монахиню мы увидели. Так, спидранить я не могу, не умею. Монахиня бежит. Нам надо, короче, как ты видишь, вверху, посередине... Найти такую кнопку. Монахиня потеряла нас. Отлично. А где же так? А вот, дверь синяя. В красную мы заходим, в синюю мы выходим. Монахиня где-то тут. Да блин, страшно. Кнопка вообще рядом. Перед нами кнопка. Мы сваливаем на второй этаж. Все. Какие-то синие лапы. Вот, выше, выше, выше поднимаемся. Посмотрим, сколько я сегодня протерплю, куда я пойду. Так, можно тут, естественно, посмотреть рекламу, но мы этого делать не будем. Вот на второй этаж, Э2, новинка. Новинка, это первый раз я тут, да? Я так понимаю, лабиринты, они вроде как рандомятся постоянно по-разному. То есть, рандомные идут, даже если ты второй раз заходишь, то уже будут другие комнаты. Ну, тут примерно все то же самое. Я так понимаю, здесь надо просто быть аккуратным, она сзади меня. Она меня не спалила, по-моему, даже. Отвернулась, и я надеюсь, я выживу. Так, она была сзади, сзади ключик нам нужен. Опять такой же, где-то на стене находится. Так, это мы в каких-то... Вот, вот он, ключ, кстати. Так, все, открыли. Музычка приятная. Так, бежим отсюда. Бежим, сваливаем. Она сзади, да блин, кошмар. Она просто сзади стояла перед дверью, где мне надо выйти было. Она спалила, что я дверь открыл, и все. Теперь она нас преследует. Я, по-моему, развернулся с перепугу. Так, уходим. Да что ж такое? Иногда, блин, быстро дергается камера. Надо не трясти ее. Аккуратно, не спеша. Вот она. Синяя дверь, мы валим, 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 валим отсюда. Во третий этаж, хорошо. Погнали дальше, посмотрим, что будет. Вход на этаж 3. Так, впервые я на третьем этаже. Я же говорю, я посмотрел просто управление, насколько, чтобы комфортно было, чтобы камеру немножко подправил, чтобы она не слишком быстро дергалась. И валю от монашки. Монеты собираем. За монеты, я так понимаю, можно купить всякие разные усиления. Да блин, да нет! Я не туда побежал. Я не туда побежал. Нет, я начну. Нет, я давай продолжу все-таки пока. Итак, я снова здесь возродился. Я хочу разок продолжить. Прям уж очень. Ну, третий этаж. Ну, блин, ну как я мог попасться? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Она реально, она как специально стоит. Она знает, где вход. Она знает, где мне надо будет кнопку нажимать. Она там стоит, меня ищет. Меня просто ждет. Просто ждет. И вот, смотри, ну понятное дело. Вот она кнопка. Вот он выход сзади меня. Камера иногда слишком сильно дергается, но я тут ничего не могу сделать. Я стараюсь как могу. Так, четвертый этаж, погнали. Погнали, погнали. Монетки. Вот, четвертый этаж, у нас 115 монет. Мы берем все и идем на далее. Далее выше. Вот на четвертый этаж новинка. Отлично. Хорошо. Так, четвертый. Нам надо хотя бы до 10 сегодня по-любому дойти. По-любому. Так, уже две кнопки. А это уже прям вон я ее увидел. Кстати, 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 я возьму. Я возьму. Две кнопки надо нажать. И это четвертый этаж. Я представляю, что будет там дальше. Так, ну вроде она меня... И она оттуда идет, если что. Да блин! Почему? Почему она не... Да почему ты? Иди нафиг. Я должен убежать. А где вторая кнопка, слышишь? Так, первая кнопка здесь. Первую кнопку, в принципе, ее можно легко обойти.
Так, ну я вообще скрылся. Я тут я. Блин, Дана меня опять спалила. Э, где я нахожусь? Вон она бежит. Да что ж такое? Да, тут управление, конечно, туда то, что подергивается, это очень тяжко. Это очень тяжко, и я не знаю, как это исправить. Давай, первую кнопку, все. Почему? А-а-а, тут надо по порядку, блин. Надо по порядку. Первая зеленая должна быть. Ёлки-палки, чё ж ты мне не сказал? Первая-то должна быть зеленая. Тут не так все просто. Я думал, тут хаотично. Вот, видишь? И теперь, только теперь, надо нажать на красную. Ах, вот оно чё, блин, теряемся. А красная была с другой стороны. Я-то думал, тут все равно. Да блин, да какая же ты бешеная. Иди сюда. Это уже интересно, а это уже прям поинтересней. Так, бежим, 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 бежим. Я надеюсь, что я далеко пройду. Я надеюсь, что я пройду далеко. Я просто если бы знал, что так сразу, так я бы и сразу так и проходил бы. Ну чё ты? Думаешь, я бы прям... Да блин. Да блин, тут тупиковый, понимаешь, в чем прикол? Здесь тупиковая фигня. Здесь надо ее выманивать сюда. Да как так-то? Она встала и стоит, потеряла меня из вида. Так, где-то тут синяя комната. Не дергайся, не дергайся, Денис, спокойно. Вот она, справа уходим. Сбежали мы все. Мы сбежали от нее. Так, 5 прошли, да, мы? На 5 мы только поднимаемся. Да, да, мы только на 5 поднимаемся. Я думал, мы его прошли, блин. 500 монет у меня и вход на 5 этаж. Замечательно. 5 этаж это нормально. Это хорошо. Давай, 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 давай. 5 этаж, пока 2 кнопки, пока нормально. Пока нормально. Если бы не вот эти... Откуда? Откуда она? Где она, блин? Ага, вижу все. Так, зеленую. Сначала зеленую. Сначала надо зеленую. Отлично, я вокруг нее прям обошел. Красная нам не интересует. Не интересует нас красная. Блин, а я ее... Она меня палит просто, просто постоянно. А я зеленую кнопку... А, увидел, все. Зеленая рядышком оказывается. Прям рядом была, кстати, перед входом. Прям перед входом. Иди ты нафиг, иди ты нафиг. Теперь вспомни, где бы была красная. Я, по-моему, по кругу хожу. По-моему, я хожу по кругу. Так, где-то в той стороне, по-моему, была красная. Сейчас я ее, она меня потеряет. Вот она, красная. Пожалуйста, успей, все, 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 все. Теряемся, 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 теряемся. Ой, хорошо, так, 6-й уровень. 6-й уровень, погнали. 6-й этаж. Хорошо, сколько тут этажей, интересно? 100? Или 1000? Ну или 1000 этажей. Так, нифига, нифига, первая желтая. Первая желтая, я теперь не ведусь. Я теперь, вон она, желтая. Вот она, и обратно можно сразу идти, смотри. Смотри, и обратно. Ой, блин, да как так-то? Да она спавнится, я тебе говорю. Она сразу появилась. Вот прям я вышел, она появилась. Жуткая тетя. Блин, где-то желтая прям здесь была, да? Я вышел, куда я пошел? Я налево пошел? Ага, вот я тут пошел. Айха. А, можно, короче, начать. Смотри, прикол. Можно начать делать, но не закончить. А в следующий раз, если ты закончишь, я валю отсюда. В следующий раз, короче, дозаканчивать. То есть вот так. Попробую в следующий раз так и сделать. 7-й этаж. Ой, как хорошо. Страшновато иногда, когда она палит, прям не по себе становится. 7-й этаж, погнали, погнали. 7-й этаж, в принципе, до планов моих осталось совсем чуть-чуть. Совсем децем, совсем. Вот просто я тебе говорю, 7-й этаж, это я уже фактически все. Фактически прошел. Синяя пи... О, давай, не-не-не-не-не, смотри. Я начинаю делать. И отхожу, чтобы потом закончить. Правильно ли я понял, что я могу частично? Как же ты дергаешься? Так, а ее пока нет. Ее пока нет. Ага, она меня спалила. Откуда спалила? Откуда спалила здесь? Я понял. Я тебя понял. Так, а синюю я пока вообще не вижу, если честно. Я пока не вижу синюю кнопку. Это меня вообще не устраивает, если честно.
той стороне, что ли? Ну, в той стороне была красная. Вот она, красная. И все. То есть только красная. Значит, синяя все-таки... Блин, бабуля, бабуля. Что ты такая злая-то? С таким молотком-то ходишь. Сваливаем. Ну, убежать от нее легко. Во всяком случае, сейчас. Во всяком случае, тут уровней сложности нет. Я их, во всяком случае, не встречал. Вот она кнопка. Вот, смотри, я ее нажимаю, а на следующую... Попробую нажать чуть-чуть совсем. Совсем чутка. Иди сюда. Я надеюсь, она не обхитрила. А, обхитрила! Да ты че, собака, обхитрила? Обхитрила она меня. Нет, я попробую перки себе купить. Нет, я выхожу отсюда. Поздравляем, вы дошли до 7-го. Посмотрите, так, сможете ли вы продвинуться дальше в следующий раз? Улучшайте свои навыки. Да, вот, усиление, смотри, у меня есть там 1500 почти. Так, смотри, у меня есть, да, больше, почти 800. Смотри, я могу скороходы. Двигайтесь с молниеносной скоростью. Покупаю скороходы. Перчатки лифтера. Нажимайте кнопки быстрее. Хорошо. Супермагнит, собирайте предметы издали. Замечательно. И эфирный кулон. Совершайте меньше шума при движении. Хорошо. Отпугиватель для монахини. Злая монахиня входит в лабиринт позже. Ага, у нас больше будет времени. Так, я чуть-чуть скорость еще прокачаю. И, наверное, на кнопке быстрее, да? Все, все, у меня больше ничего нету. Попробуем 7-го этажа. Погнали. Итак, 7-й этаж. Начинаем. Продолжаем, точнее. Теперь я прокачанный. Теперь я вообще крутой, теперь мне вообще ничего не страшно. Быстро нажимаю, бабка появляется не сразу, монахиня, точнее туалет какой-то. Так, туалет, комната с туалетом, это какая-то раздевалка. Так, сперва желтый, осматриваем стену, уже идет. Ты посмотри, она мгновенная, я тебе говорю. Она, интересно, с каждым этажом она быстрее бегает, нельзя спрятаться от нее, вижу желтый. Надеюсь, не придет, надеюсь, успею. Успел, хорошо. Синий, по-моему, где-то здесь был. Где-то я его прямо, по-моему, видел. Но могу ошибаться. Вот он. Хорошо, хорошо, хорошо. Четенько, 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 четенько. Четенько. На 8-й этаж погнали, друзья. Так, 8-й. 8-й этаж. Это значит, мы уже близко к тому, что я и хотел, то есть к финишу. Интересно, мне кажется, с 10 этажа или с 11 пойдет 3 кнопки. Мне кажется, каждый 5-й этаж. Ой, как хорошо, прям рядом. Да ты посмотри, нажал. Так, а это школа. Это школа, здорово. Тут монахина преподает своим детишкам, так скажем. Какие-то уроки. Уроки, конечно, страшные. Тут мне нравится, что нет тупиковых комнат. В любой комнате ты можешь, в принципе, сбежать из любой комнаты. То есть, каждая комната, она как бы циклично поворачивается. Так, ну я... Да, я не знаю, где. Ай-яй-яй-яй-яй! Тут, оказывается, можно ронять. Можно ронять картины, если рядом проходить. Так, я... Да, вот, увидел. Увидел, увидел. Хорошо! Замечательно все. Замечательно, бежим. Теперь бы вспомнить, где вход. Выход, точнее, синяя комната. Так, она где-то здесь, я думаю. Да, она где-то прямо за мной. Прямо за мной. В другую сторону бежим. Я так и знал. Она рядом со своим кабинетом, я тебе говорю. Она рядом со своим кабинетом. Вот он. Я просто повернул не туда. Хорошо, 10-я. Комната, 10-й этаж. 9-й я перепутал, блин. 9-й, нам еще 2. Почему я думал, что 10-й? Я тороплю события. Просто тороплю события. Куда, не знаю. Так, зеленый. Давай, давай мою пробу. Вот так вот, вот так вот. Не до конца, не до конца. Смотри, она синяя. Вот, мне кажется, получится у меня. Мне кажется, получится, но это не точно. Вон она, бабка уже ходит. Куда она свернет? Монахиня. Монахина свалила мне в ту сторону. Это очень хорошо. Да как она меня спалила-то? Как ты меня спалила, монахиня? Монахиня, бросай это дело. Дай мне тут с управлением еще разобраться. Зеленый увидел. Зеленый увидел, а она где-то... Отлично. Смотрим синюю. Смотрим, получается ли моя тактика, что можно синюю не до конца запустить. Это интересно, баг?
или так и должно быть. То мы можем начать кнопку пуск. Вот, смотри. Да, моя теория верна. Хорошо, все. Теперь десятая комната. Вон она, выход. Десятый этаж. Моя нахиня ушла не в ту сторону. Десятый этаж, отлично. Погнали, посмотрим, что же на десятом этаже будет. Вот на десятый этаж. Отлично. Отлично. Мы добрались до десятого этажа. А это значит, мы молодцы с тобой. Так, хорошо. Десятый этаж, пока две кнопки. Вот смотри, я думаю, с одиннадцатого начнется три кнопки. Вот давай проверим. Давай проверим. Валим. Она идет? Да. Я, по-моему, прям вот в миллиметре от удара. В миллиметре, мне кажется, от удара я спасся. Так, я в этой стороне не был. Так, здесь химия. Урок химии. Хорошо, успеваем. Замечательно. Так, а синий, кстати, я не встречал. Я не встречал синий. Вон. На уроке как раз таки. В классе. Вон она, смотри. Спалит меня, смотри. Опа. Ой, тупая. О, она слышит меня. Она меня слышит. И не спалила. Не спалила. Так, все, уходим. Уходим. Все, 10 этажей мы прошли. Мы прошли 10 этажей. Посмотрим, что на 11. Если 3 кнопки, я тебе говорю, каждые 5 этажей плюс 1 кнопка. Погнали. Сколько у меня? У меня опять 5000. Я могу еще прокачать перки себе. Код на 11 этаж. Ну, смотри. Пока ничего не меняется, в принципе. 3 кнопки, 3 красных, я тебе говорю. А тут все равно в какой последовательности получается, да? Какая разница, какую я нажму? Тут просто первые 3 найти и все. А 3 кнопки, я тебе говорил. Каждые 5 этажей по кнопке. Она уже здесь, за ней кнопка была. Ладно. Я думаю, что потом, усложнится игра и будет прям тупики. Жалко, что нельзя, например, в шкафу от нее спрятаться. Знаешь, чтобы она типа мимо прошла. А ты такой, опа, и вышел. Это было бы прикольно. Но, по-моему, здесь, кроме управления, вот просто ходьбы, вообще ничего нет. Не могу ошибаться. Она меня спалила. Третья кнопка, я не понимаю, где она. Я тебе говорю, я не понимаю, где третья кнопка. Где она? Третья кнопка. Вот этот длинный коридор, я тебя не помню. Вон она, да. Поэтому я тебя не помню. Смотри, я могу картину вот эту, допустим, вот эту, наверное, не смогу. А, да, могу, вот, я подхожу, картина падает. Подхожу, и картина падает, все сыпется. В принципе, тут... О, давай, бей меня. Бабах! Офигеть, прикинь, удар молотком, это просто жесть. Ладно, ребят, игра клевая, игра кайфовая. Понравилось тебе, лайк, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить следующий стрим, обзор, прохождение летсплея. Подписывайся на все социальные сети, все ссылочки будут в описании. Все у тебя самого наилучшего, до встречи, пока.